это продолжение легендарного открытия дверей. Это очень интересно, когда двери бывают разных типов. Да, и тут посох в сложном буре. Ну, я не знаю, в принципе, я не мага собираю, так что мне это не особо понадобится. Да. Так, тут у нас попадется тут у нас... О, щит паладина будет. Да, щит паладина, никак не щит анха. А может и щит анха. О, щит паладина. Да-да-да. И два... О, давайте его возьму. А чё бы нет? Вот реально, а почему бы и не взять, если это щит анха? Ну, понравится, скорее всего. И, похоже, мне опять придется идти за ключами. Ключами, это не очень интересно. Ой, ботинчики, я знаю, какие бы они были такие синенькие. Они бы такие синенькими, и они бы коньками. Ботинки и коньки. Ботинки и кони, а коньки. Да, я хотела именно это и сказать. Господи, что тут у нас попадется? Это твое самое крутое, что такое может быть, аксессуар. Что я сейчас несу? О, господи, остановите меня. Шарик, я... И там будет 3 шарика. Кстати, полезная вещь. Возможно. Но это не точно. Окей. Рыгнул на видео. Так и назову. Просто без сипу, без прохождения террария. Просто рыгнул на видео. Вот и все. Реально, вот так и назову это. Кстати, вы заметили то, что слишком питастиков у нас начало уходить, а раньше вообще не уходить. Это очень-очень даже прикольно, потому что мало ли там, что вот начнется кризис того, то, что ну, никто не будет искать видосики, а я тут такой эпичный бам-бам-бам и с видосиком. Все, закончилось, теперь сверху вниз идем. Да, и я не знаю, как это будет вести, ведь тут может быть очень даже прикольный лут, и мне с этим лутом повезло. Ну, смотря что там будет, нифига сегодня прошел обычный. Вот так вот удобнее говорить на самом деле, потому что она мне немного сказала. Так, а что тут? Это легендарный крюк. Тут я думаю. Так, что тут? Я не знаю, что это может быть. Хотя я догадываюсь, что это черный, да? Да, я был прав. Я со дверь за собой закрыл. Ну серьезно! Это нафиг будет посадить, наверное, кого-то. Окей, у меня не очень получается шутить, но без видео шучу. Хорошо. Так, а тут будет посох воронов, да? Вот столько подписчиков себе, да. 100 подписчиков завтра у меня должно быть за это, да. Поняли, да? За этих всех своих друзей. Всех людей мира, чтобы они подписались на мой канал. Ведь мой канал слишком полномочный. Кого я обманула? Вот правда, вот кого я обманула? Что бы тут? Ой, я даже знаю, что тут может быть. Нет, не знаю, я подумал, что возможно, я знаю. Ой, блин, у меня 2 ключика осталось. Это плохо. Это плохо, что у меня 2 ключика осталось. Окей, давай. Опа-на, 1 из 3. Посерединке всегда выбираю я. И бы яблочко вот так. И нет. И там что-то еще есть. Сейчас я сбегу опять за ключами. Так, подождите еще немножко. Так, мы идем дальше. Я взял ключики. Ага. Так, я даже уже забыл, что это будет. Тут будет бронька, что ли? Окей. Тут какая дорогая бронька. А это для лосиков, что ли? Или для кого? Для мага? Это для мага, да. Это для мага, который с капюшончиком такие. И с масочкой. Ну серьезно? Нет. А для лосика. Ну, для лосика мне, в принципе, да, не надо, да. Но для меня не особо важно то, что там для лосика. Мне главное то, что есть у меня в данный момент, прямо сейчас. Да. Окей. Я, оказывается, тут еще не открыл даже кое-что. Давайте откроем и проверим, что тут. Вот тут бумеранги. Ну, они, согласитесь, я знаю, что там будет. Я
рад. Вот я отвечаю так вот. Да, я так и думала. Вообще-то паладин это вроде бы как бы не это. Ну, тут обычные сердечки, да? А, тут еще и такие. О, давайте их используем, а чего бы нет? Бар. Есть 450 сердечков, а тут еще есть. Тут. О, да. И теперь у меня полный комплект здоровья. Вот. Да, следующий, наверное, буду уходить видео по персонажам. Да. Кстати, подожди. Ну, да, по персонажам, скорее всего. Именно по ним. О, да, я тут еще двери не открыл кое-какие. Так, давайте-ка вот эту дверь откроем. И вот эти вот. А почему я их, кстати, не открыл-то? Вы мне не напомнили, скорее всего. Да, это все вы. Так, тут вот копия. Я знаю, что там Северный полюс копия будет. Я вот отвечаю. Северный полюс. И это будет копия. Вот Северный полюс. Вот, ну, или как-то так. Возможно, и Северный полюс. Но я... Бесприкольный, который снежинки еще пускает, так что это моя любимая оружие, кстати, у меня почти самая любимая, да. Самая любимая это, ну, я не знаю даже, вот правда, вот, не знаю, какое даже у меня любимое оружие. Наверное, скорее всего, именно оно, или я не знаю, нянькет меч, вот этот вот, который у меня. Ой, господи, ну не у меня, а который. Не, ну мне не надо. И я знаю, что тут больше будет дальше идти. Я знаю, так что мне это не особо нужно. И вот тут вот будет, наверное, что-то интересненькое. Потому что... Ну что может еще быть интереснее? Так правда вот. Это как вы думаете? О, господи, это за эпика. Я не знаю, что еще... А, что тут еще будет? Что тут еще? Это... Стингер! Это Стингер! А тут будет у нас... Вот этого я вообще никак не ожидал. Конечно, вот реально. Вот этого, да. Ну, куломет много, значит, если что, так... Да. Да, если что... Это что-то обозначает, наверное. Ну, не точно. Ну, что-то обозначает, но не точно. О, тут будут крылья, и тут будут крылья Реброна, я отвечаю. Да, последние крылья будут крылья Реброна. Вот, клянусь. Свои слова обратно, да. Я клянусь этой картой, да. Она мне, в принципе, больше уже и не нужна будет. После этого видео-то... идиота? Нет, видео-то... забейте. Так, и... Аллах Акбар. Блин, мне уже не надо.